долго искала, и вот наконец-то я здесь, в этом замечательном месте. И сейчас я буду тестировать приставку Uno. Надо чуть-чуть длинное нажатие, она сразу переходит в рабочий режим на вторую скорость. Это 6 км в час. Это внутри помещения в Европе, мы можем не больше. Как вот облака 200 у меня. Да, значит, стрелка вверх вы переключаете на третью скорость. Это 16 км в час. Стрелка вниз, первая, минус первая, это задняя скорость. Вот газ, вот тормоз. Тормоз электронный. Это что означает? То, что это не как на велике. Крепко нажали, и прям он полностью хаш, прям хаш колесо прям протащило в блокировке. У него нет блокировки. Он вас даже может где-то не остановить на горочке. Об этом нужно помнить. Поэтому всегда, если, например, вы тормозите, а оно вас до конца не затормозило, просто взяли и рукой за колесо схватили и затормозили рукой. Этой приставкой невероятно легко пользоваться. Она очень легкая, весит 5,3 килограмма. Ее можно собрать и просто за 10 секунд прикрепить. И развивает она скорость 16 км в час. Но мне очень понравилось пользоваться ей, честно. Можно в торговом центре везде воспользоваться ей. В путешествиях. Протестировать Uno. Это изобретение человечества, наверное, как стиральная машина для нас. Цена, конечно, 100 тысяч рублей. Но если вы используете мой промокод, то тогда... получите 10% скидку. Напишите на сайт, укажите промокод, и вы можете участвовать в предзаказе, потому что партия уже распродана, и теперь только предзаказ. Дальше. Все. Класс. Очень здорово. Спасибо. Домой.